Всем привет, это Рокки, и это девблог по глобальному обновлению на Rust Me. Первое, что я хотел бы вам показать, это изучение древа. Древо изучений, как в обычном Rust. То есть добавили, теперь мы нажимаем кнопочку «Начать исследование», и у нас изучается все постепенно. То есть все по дефолту, «Начать исследование», у нас изучается мало НПЗ. И он сразу у нас появляется в крафтах. Это очень круто, также в каждом из трех верстаков есть свои предметы, то есть, допустим, в третьем у нас вот есть сишка здесь в конце, да, в первом у нас в конце здесь есть взрывной заряд, и во втором, допустим, в конце у нас сам идет скоростная ракета, ракетница и так далее. Следующее, это будет расчет времени по тем ресурсам, которые вы ложите в шкаф. То есть, допустим, если у вас шкаф потребляет 20 дерева, вы ложите 10, то он показывает время, которое ваш шкаф еще будет жить. То есть там какие-то минуты, может быть часы, может быть секунды и так далее. Так вам будет намного удобнее, это реально вот очень крутая тема, это сделали тоже из Rust. Окей. Я вам покажу, это блочный лук, то есть вот его добавили максимально красивый, то есть вот такая вот анимация прицела. Следующее, это тоже максимально крутая тема, это полностью переработали нашу старушку, это аэродром. Теперь выглядит достаточно лаконично, более красиво, более детально. Также на нем теперь спавнится больше лута. Также на территории, где-то на территории, я не нашел, конечно, но где-то на территории аэродрома есть подземный бункер, в который можем спуститься. Скоро туда вход будет по картам, но пока что вы можете просто бегать на халяву. Вот такая вот обнова получилась. Если вам, конечно, зашло, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно почитать. Также переходите в мой дискорд-канал по ссылочке в описании. Также она в закрепленном комментарии. Всем спасибо, всем пока.